Приветствую всех на моем канале. Одесса, 17 ноября. Света у нас по-прежнему нет. Уже более 30 часов сидим без света. Интернета тоже нет. Вот только сейчас удалось зайти в интернет и увидеть все новости. В 6:30 в Одессе был взрыв. Но я как бы не слышала, я спала в это время. Сообщает о том, что у людей повылетали окна. В 7:23 прозвучала воздушная тревога. На данный момент тревога масштабная по всей Украине, кроме западных областей. Сообщает о массированном пуске ракет. Больше 10 бомбардировщиков в воздухе. Также сообщали о том, что прозвучали 4 взрыва мощных в Днепре и пропала электроэнергия. Днепре. Тоже много сообщений о том, что есть пролеты ракеты над Полтавской областью, над Черкасами. Вот такие новости на данный момент. Террор энергетический продолжается. У кого еще есть свет, зарядите телефоны, приготовьте какую-то еду и, конечно же, лучше пройти в укрытие. Берегите себя.